Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера в Театре молодежи. Трагикомедия «Маленького человека. Спасти камер-юнкера Пушкина». История из жизни человека с непоэтичным именем Миша Петунин, которого всю жизнь преследует тень Пушкина. Нелюбовь к Пушкину как культурный код становится проблемой не только героя, но и всего поколения, которому так агрессивно внушали любовь к поэту. Но так происходит, что именно этот маленький, кучерявый, некрасивый и спесивый человек становится тем единственным, с кем Петунин может разделить собственную жизнь. Начало 18:30, стоимость билетов от 500 до 700 рублей. А в театре имени Максима Горького дадут спектакль «Поминальная молитва». Начало 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. На оперу Джакомо Пуччини «Тоска» приглашает Мариинский театр. Это одна из самых известных оперных постановок, которую ставят довольно редко, ведь в «Тоске» представлены сложнейшие партии для тенора, баритона и сопрано. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 до 3000 рублей. Выставка керамики «Жемчужины творчества мастеров Преамурья и Приморья» открыта в Приморском краевом центре народной культуры. В экспозиции декоративные изделия мастеров из Приморского и Хабаровского регионов с неповторимым творческим стилем. Ряд предметов посвящен тематике Дальнего Востока. Выставка работает ежедневно с 10 до 18:00 и продлится до 23 марта. Вход свободный. На лекцию «Литература и философия эпохи эллинизма» приглашает Приморская картинная галерея. Событие состоится в рамках второго сезона авторского лектория «Ода греческой вазе. История античной культуры и литературы». Автор и ведущий Максим Жук, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ДВФУ. Начало в 17:00, стоимость билетов 150 и 200 рублей. Еще одна театральная премьера ожидает публику в эти выходные. Спектакль «Любовь людей» представит театр ТОВ. Картины из жизни людей в преддверии зимы и в ожидании лета. Так определил жанр этой пьесы ее автор, белорусский драматург Дмитрий Богославский. Герои, жители одной деревни, попадают в настоящий круговорот страстей, отчаянно желая жить нормально. Жена убивает пьющего, избивающего ее мужа, скрывает преступление, выходит замуж за хорошего парня, еще со школы ее любящего. Он догадывается о случившемся, выслушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, выжить с грузом этой правды им не дано. Дух убиенного не дает ей покоя. Спектакль пройдет 16 и 17 марта в 18 и в 15:00. Стоимость билетов 500 рублей. А на сцене Пушкинского театра с музыкальной сказкой «Ох уж этот царь Горох» выступят артисты театра «Тан». На этой сказке выросло не одно поколение юных зрителей. В основе сюжета лежит извечная борьба добра со злом. Но в итоге торжествуют, конечно же, добро и любовь. Начало в 12:00, стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Открытый чемпионат по волейболу среди любительских команд состоится в Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Участие в нем примут сильнейшие любительские коллективы Владивостока. Начало в 10:00, вход свободный. На мастер-класс любителей орхидеи, тех, кто пока только планирует научиться их выращивать, приглашает ботанический сад ДВО «РАН». Как правильно выращивать и размножать эффектные и очень неприхотливые орхидеи фаленопсисы в домашних условиях. Куратор коллекции орхидей расскажет об особенностях ухода и новых способах их культивирования. Участникам предоставят растения и все материалы. Цветок останется им в подарок. Начало в 12:00, стоимость билетов 1000 рублей. Юбилейное шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» с участием мировых звезд фигурного катания пройдет в Фетисов-арене. Начало 18:00, стоимость билетов от 1200 до 4500 рублей. Маленьких зрителей на спектакль «Вышли зайчики гулять» приглашает театр кукол. Эта сказка очень простая и очень добрая, потому что злых и вредных персонажей в ней нет. Так с кем же борются и кого побеждают герои? Ведь без приключений спектакль смотреть неинтересно. Не волнуйтесь, их будет немало. Начало в 10:00, стоимость билетов 250 рублей. Детская музыкальная программа «Волшебное кольцо» пройдет на сцене Приморской филармонии. Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.